когда у нас в 20-м доме выпал человек с 4-го этажа, наркоман, да? Вот. Вот до этого мы пытались этого человека спасти. Мы хотели его там, ну, чтобы на принудительное лечение отправили куда-то. Мы пытались дозвониться до участковых. Это бесполезно. И второе по поводу наркоманов. Вот, опять же, по поводу этого человека. Да? Для того, чтобы хоть как-то эта проблема решалась, потому что мамочки с детьми ходят и боятся. Там на окне висит здоровенный мухомор. Понимаете, человек даже не стесняется, что он наркоман. Но участковым до этого дела просто нет. Понимаете? Мухомор висит, это явный... Адрес какой, зафиксируйте? Да там уже нету никого, понимаете? Это уже бесполезно. Это 20-й дом. Понимаете, все мимо ходят. Это призыв, приходите ко мне, покупайте наркотики, понимаете? Я пошел на Пушкина 35, в милицию. Написал там, пытался написать заявление, не получилось. Вот, позвонил по телефону доверия. Там люди отозвались, ко мне приезжал следователь. Значит, все это выписывал, пришел к нему, вот, сделал вид, что что-то сделал, на следующий день, там, или через неделю человек выпал из окна. Вот работа милиции, понимаете? Хотелось бы эту ситуацию улучшить. Потому что, если вы что-то видите, да, надо на это реагировать, потому вы участковый.